Когда архидемон пал, мор кончился. Но порождения тьмы не исчезли. Большая их часть двинулась из Данрима на север к Взморью и разделились на враждующие кланы. Начался хаос. Порождения тьмы выползли из укрытий и стали сеять ужас по деревням. Вам, новому командору Серых Стражей Фералдена, поручено возродить Орден и покончить с угрозой на севере. Вы прибыли в Амарантайн и едете в Башню Бдения. Крепость, принадлежавшая Эрлу Хоу, теперь служит вашему Ордену. Но по дороге вас никто не встретил. Это недобрый знак. Что-то случилось. В чем дело? Почему стражи нас не встречают? Что-то стряслось. Скорее, командор! Это вы, герой Фералдена. Слава Создателю. Не знаю, они нагрянули ниоткуда. Слышно было только крики и стоны. Я убежал оттуда поскорее и налетел на этих. Надо им помочь, надо сделать что-нибудь. Не знаю, сотни? Стражи не почувствовали их, а потом стало поздно. Они уже были повсюду. Попытаюсь найти помощь. Должен быть дозор на дороге. У нас мало времени, командор. Это башня Бдения. Когда-то она принадлежала Эрлу Хоу. Если учесть, что он сделал вам и всему Ордену, это, очевидно, наименьшая из проблем его семьи. Верил Сенешаль. Он комендант крепости, как я поняла. Работает в интересах стражей. О, простите, командор. Я думала, мы дойдем до форпоста и представимся должным образом. Меня зовут Мхаири. Я была в рыцарях на службе у короля. А теперь меня завербовали. Но посвящение я еще не прошла. Меня Сенешаль послал за вами. Я такого не ожидала. Это не мор. С чего бы им вести себя так организованно? Не понимаю. Вы хотите сказать, не архидемон? Точно. Давайте проучим этих тварей. Thank you.
Так, у нас тут есть. Я буду у главных ворот, сэр. Если найдете остальных, пусть идут ко мне. Казалось, мне конец. Спасибо. Начали!
я делал, если бы вы не подоспели. У нас уже бинты кончаются. На той стороне дворика припасы. Несите бинты, скорее! Больно! Я больше не выдержу! Невероятно. Форпост разгромлен. Как стражи могли не почувствовать, что порождения тьмы идут? Не понимаю. Немного. Может, дюжина? Но с ними были и просто солдаты. Так быстро взять форпост. Я не знала, что порождения тьмы на такое способны. Да, командор. Я постараюсь. Этого я не делал. Не поймите меня неправильно, я отнюдь не печалюсь об их смерти. Вон тот очень забавно булькал, когда умирал. Андерс, к вашим услугам. Маг и отступник в розыске. Отступник? В башне бдения? Вас здесь не было, когда мы пришли. Я бы точно запомнил такую красивую женщину. Мы просто остановились здесь по пути в башню. Передохнем и пойдем дальше, сказали они, и умерли. Какая незадача. Так они назвались. Но наверняка ведь никогда не узнаешь, верно? Храмовники поймали меня и повели назад. А потом вдруг порождение тьмы напали. Может быть, это знак? А что? Пути Создателя неисповедимы. Ладно, вот что. Давайте я вам помогу. А что потом, обсудим потом. Когда с теми тварями расправимся. Идет? Yeah.
скорее! Да благословит тебя Создатель! Мало твари, чтобы нас убить. Приходите еще, если посмеете. Никого не ж...
Бегите скорее отсюда! Создателю. Как скажешь. Я это сделаю. Отлично! Бегите подальше! Скорее! Мне нужно отсюда выбраться. Как скажешь! Начали! Они пришли, я подумал. Ну погодите, вот придет новый командор, он вам задаст. Зубы из задницы выковыривать будете. А потом крики, крики, и тут ты. Здорово. Что, свои глаза подводят? У меня так после пятой бутылки только бывает. Пришел я, значит, сюда. Вдруг, думаю, в серой страже сгожусь. Он уже был здесь, когда я уходила. Даже странно, что стражи его за это время не вытурили. О, смотри-ка, не как та самая цыпочка со своей штуковиной. Да, просто подарок для стражей, ничего не скажешь. Знаю, знаю, так сразу и не подумаешь, да? Эй, а что это за маг? Твой новый мальчик? Мне вам не мешать? Ух ты, гном, смердящий пивом. Посмотрите, что за диво, нигде такого не увидишь. Гляньте, маг-комедиант. Я думал, такие всегда молодыми умирают. Хе, с кровати утром слезать тоже рискованное дело. Плевал я на риск. Риск, думаю, в долгу не оставался. Ладно, потом об этом поговорим. Пойдемте лучше к порождениям тьмы, мы им еще не всем башки поотрубали. Начали!
начали! Я это сделаю! Будет сделано! Хайри? Роланд! Командор, Роланд рыцарь из Денерима, как и я. Надо ему помочь. Боюсь, целебная магия тут бессильна. Может, глоток виски, чтобы облегчить боль? Мне нравится ход твоих мыслей. Прекратите, это не смешно. Командор? Мы только-только получили предупреждение. И тут они сразу появились, командор. Сенешаль приказал идти в контратаку. Но они возникли прямо из ниоткуда. Одно из порождений тьмы говорит. И очень хорошо колдует. Говорящее порождение тьмы? У парня бред. У меня что-то в крови. А, как жжет! Я рад, что встретил вас, командор. Хотел бы я сразиться с вами плечом к плечу хотя бы раз. Я отомщу за тебя, Роланд, клянусь. Все кончилось точно так, как он предсказывал. Того берите, да помягче. Мы не хотим убивать сверх нужды. Сверх нужды? Как будто у вас другие нужды есть. Ты думаешь, ты нас хорошо знаешь, человек? Что ж, понимаю, но скоро все изменится.
Придут другие нам на смену, твари. Они вас перебьют. Вот. Кажется, ты прав в большей степени, чем сам предполагал. Оно разговаривает. Ну, так давай заткнем его. Командор. Серого стража в плен. Остальных можно Командор, я обязан вам жизнью. Солдаты на дороге. Кажется, у нас новые гости. Будем надеяться, они будут полюбезнее, чем предыдущие. Я немного опоздал. Жаль. Пропустил все побоище. Король Алистер? Хотел устроить встречу стражам, как подобает. А вот этого совсем не ждал. Что случилось? Уцелевшие порождения тьмы сбежали, ваше величество. Серые стражи из Орлея либо погибли, либо пропали. Пропали? Их что, порождения тьмы забрали? За ними вроде не водится. Не знаю, ваше величество. Знаю только, что многих мы не досчитались. Ясно. Что ж, гляжу, герой Фиралдена все-таки здесь, жив-здоров. И то хорошо. Забросить трон, побродить с тобой, как в старые времена? Соблазнительное предложение. Тебе предстоит нелегкая задача. Хотел бы я помочь тебе с порождениями тьмы, но что поделаешь? Сейчас ты сам по себе. Я вам что, наговый паштет? Судя по запаху, что-то вроде. Я пришел в серые стражи вступить. Я гляжу, лишняя пара рук вам тут не помешает. Где огромный кубок? Дайте рот прополоскать. Ха! Лопни, моя задница, я согласен. Я полагаю, в трудное время нужен и важен каждый. В стражи вступаешь? Ну, удачи, удачи. Король Алистер, ваше величество, остерегитесь, это же опасный преступник. Гном-то? Нет, он, конечно, не сахар, но не настолько. Это она про меня. Это отступник, которого мы ведем в круг, чтобы предать правосудию. Ой, вот не надо. Ваши познания о правосудии убоги и куцы. Убегу снова только и всего. Не будет этого. Лично прослежу, чтобы тебя вздернули убийца. Убийца? Но те храмовники, они же...
А, да что толку? Будто вы мне поверите. Боюсь, тут мало что можно поделать. Если только ты ничего не хочешь сказать, командор. Что? Никогда! Я полагаю, серые стражи не утратили право призыва. Лично я разрешаю. Но если... Если ваше величество так считает... Ха! Молодчина! Добро пожаловать в теплую компанию! Я? Серый страж? Что ж, это выход. Поздравляю, сэр Мак. Рада буду сражаться плечом к плечу с вами. Что ж, если у вас все под контролем, то я пойду, пожалуй. Да, имение уже в безопасности. Мы понесли большие потери, но порождение тьмы ушли, и есть выжившие. О, простите, я же не назвался. Меня зовут Верал, я сенешаль башни бдения. Спасибо, что пришли на помощь, командор. Я помогу вам править землями Амарантайна. Некоторые солдаты и другие служащие в башне выжили, но из орлесианских стражей не осталось никого. Нам многое надо обсудить. В первую очередь, посвящение. Вам придется искать рекрутов. Безопасность Фералдена теперь в руках серых стражей. Пусть их и осталось так мало. Вам предстоит подавить мор в зародыше, пока еще не слишком поздно. Это трудно, но я в вас верю. Удачи, командор. Да хранит вас Создатель. Прежде чем перейдем к другим делам, командор, надо решить один неотложный вопрос. На данный момент я знаю только одного посвященного стража на весь Фералден. Надо бы это исправить. Остальные могли бы вам помочь. Как пожелаете, командор. Настало время приступить к посвящению. Я скажу слова, которые повторялись со времен первого стража. Присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Присоединяйтесь к нам, к сокрытым тенью, где мы бдим неусыпно. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. Если вам суждено погибнуть, знайте, эта жертва не будет забыта. И однажды присоединимся мы к вам. Отныне и впредь ты серый страж, Огрен. Что это? Наперсток? Это ты на мой рост намекаешь? Ну, это наш обычный кубок. Правда? А ничего так. Спаси нас, Создатель. Отныне и впредь ты серый страж, Андерс. Нам придется пить кровь порождения тьмы, так что ли? Именно. Ну, ладно. Но если через 2 недели я проснусь на корабле в Ривейн в подштаниках и с клеймом на лбу, буду знать, кого проклинать. Командор, скоро очнется. Отныне и впредь ты серый страж, Мхаири. Как я ждала этой минуты. Прости, Мхаири. Да примет тебя Создатель. Бедняжка, Мхаири. Откройте двери!
Надо сообщить командору о входе на глубинные тропы. Там может быть их логово. Вы предлагаете стражам строить планы на слухах? Пусть даже это и правда. Все равно, если к моменту сбора армии не расчистить тропу пилигримов, солдатам придется есть подметки. Гарвилл, Вулси. У командора был тяжелый день. Вулси говорит, что кое-кто из купцов спасся от порождений тьмы. Они снабдят вас припасами за разумную цену. Ну а башня твоя. Можешь брать любое оружие и доспехи. Мы подождем, пока ты будешь готовиться. Пригнулся к самой земле, высматривал склитов. Один здешний паренек рассказал мне про склитов, мол, они в Фералдене на каждом шагу. Они, лежат себе на земле, как самые обычные штаны. Но только пока не повернешься к ним спиной. Вот тогда-то они и... Жесть! Штаны, которые выжирают людям глаза. А когда они сделают с тобой это черное дело, они просто уходят прочь на своих жутких ногах-штанинах. Проклятие. Слушай, я же наверху не полных 2 года. Я понятия не имею, что у вас тут водится. Ну, доберусь я до этого, якобы уж он у меня попляшет. Надо кого отдубасить? Только намекни. Госпожа Вулси говорит, тут можно построить лавку. Торговец, которого вы спасли, очень радовался, что уцелел. Выгодно продал мне товар. Выручка, разумеется, ваша. Вам что-нибудь нужно, командор?
Командор, башня магов отправила меня к вам в качестве посла. В добавление к своим дипломатическим обязанностям, я опытный чародей и мастер рун. Вы в чем-нибудь нуждаетесь? До свидания, командор. Может, пойдем уже? Отлично! Командор? Это сэр Гарвелл, новый капитан стражи. У меня вести, которые вам следует знать. Предположительно, орлесианцы, я хочу сказать, стражи, которые были здесь, начали собирать информацию. Самой важной зацепкой стала нелепая история, рассказанная парой охотников. Эти охотники, Колберт и, ну, тот другой, утверждают, будто нашли проход на глубинные тропы. Порождение тьмы там повсюду, говорили они. И это было еще до того, как эти твари повылезали по всему Эрлингу. Стражи как раз собирались послать кого-нибудь за этим Колбертом. Колберт с товарищем сейчас в Амарантайне. Вероятно, среди беженцев, которые толпятся перед городскими воротами. Рад служить, командор. Страж, командор, рада вас видеть. Я, госпожа Вулси, прибыла по приказу первого стража в Эйсхаупте. Мне велено исполнять обязанности казначея Эрлинга Амарантайн. Первый страж полагает, что местным обитателям нельзя доверять этот пост. Один из этих местных обитателей сейчас перед вами, госпожа Вулси. Я всецело доверяю башне бдения в военных вопросах. Но золото развращает даже самые стойкие сердца. Не из самого Эйсхаупта. Я побывала во многих местах. Куда прикажут стражи, туда и направляюсь. Сэр, Эрлинг стоит на грани экономической катастрофы. Необходимо срочно наладить торговлю. И торговые караваны, идущие по тропе пилигримов, регулярно подвергаются нападениям. А это единственный путь, по которому можно получить снабжение для армии и еду для города, а также поддерживать связь с внешним миром. Недальновидный стратег видит только сиюминутные потери. Но если задуматься, то при нехватке продовольствия следует ожидать всеобщего голода и анархии. В Амарантайне проживает торговец Мервис. Его караваны пострадали особенно сильно. Он может знать, на каком участке дороги нападают порождения тьмы. Или кто там есть еще. Ферелденцы — гордый народ. Вами они особенно гордятся. Если бы первый страж послал чужеземных бойцов, это изрядно пошатнуло бы доверие местных жителей. Не зря синишалем был выбран Верел. Его здесь уважают. До Эрлинга? До Эрлинга ему дела нет. А вот до возможных последствий очень даже есть. Когда стражи командора Драйден поколение назад изгнали из Ферелдена, был создан опасный прецедент. Ее подлинную историю, а также историю изгнания стражей, вы же сами и раскрыли в пике солдата. Рискуя собственной жизнью. Сейчас мы имеем дело с другим прецедентом. Стражи владеют землей и принимают присягу вассалов. Если ваш Эрлинг выдержит все испытания, он станет примером для других королевств. Все увидят, что со стражами следует считаться, что при море, что в мирное время. Нет, он далеко на севере. Говорят, эта крепость неприступна. Там до сих пор сохранились грифоньи гнезда.
Но гнездиться в них давно уже некому. Хорошо, командор. Что ж, тогда за дело. Орлей прислал в башню дюжину стражей с наказом ждать твоего прибытия. Почти все погибли при налете, а Кристоф до сих пор не вернулся. Но чтобы покончить с архидемоном, хватило троих стражей, так что дюжина — это даже перебор. Страж-командор Орлея хотел прислать больше, но помешали политические соображения. Нет, императрица Орлея была совсем не рада, когда во время мора ее стражи отослали прочь. Орлесианских стражей тревожило, что порождение тьмы с окончанием мора не ушли под землю. Кристофа отправили кое-что выяснить. Две недели назад он в спешке куда-то ушел. Насколько мы могли судить, в город, в Амарантайн. Рассказывал, но не мне. Стражи с посторонним не откровенничают. Это беспокоит и тех, кто помудрее меня. Один из стражей сказал, что сила архидемона дала Орде некую общую цель. Если они нашли для себя еще какую-то цель... Не так уж много там мест, где бывают приезжие. Я бы проверил трактиры и таверны. Только это и требовало неотложного внимания. Что еще тебе угодно, командор? Всем, чем пожелаете, сэр. Обычно синешаль крепости занимается повседневными делами. Если случится что-нибудь серьезное, я вам сообщу. Мы зовем ее просто башней. Ей уже много-много лет. Говорят, сначала здесь построили крепость варвары Аламари, чтобы сдержать вторжение тевентерцев с побережья Недремлющего моря. Говорят, этот замок буквально построен на костях. Здесь многие погибли. Неужто командор Серых? Точно! Какое-то время назад в башне поймали воришку. Вчетвером еле скрутили. Одному стражу он фингал под глазом успел поставить. Они шутили, что хороший рекрут получился бы. Он в каземате, сэр. И еще у меня есть несколько писем. Прибыли незадолго до вас. Подождите минутку. А, командор! Хорошо, что вы здесь. Этот парень уже 3 дня под замком. Хорошие люди гибли, а он тут за решеткой отсиживался в безопасности. Имени он не назвал. Знаю только, что схватили его, когда он шнырял ночью по поместью. Я бы сказал, что это простой воришка, только вот чтобы взять его, 4 стража понадобилось. Вы уж с ним поосторожней. Кто бы он ни был, а явно не обычный взломщик, это уж точно. Как пожелаете, командор. Я скажу синешалю, что вы пришли. Он захочет узнать, что вы решите насчет этого заключенного. Смотрите-ка, кто тут. Великий герой, победивший мор и все зло на свете. Я думал, в тебе теперь 10 футов роста, и молнии из глаз сыплются. Мне казалось, убийца моего отца выглядит более впечатляюще. Я Натаниэль Хоу. Моя семья владела этими землями до вашего появления. Ты хоть помнишь моего отца?
мой отец служил герою Дейна и дрался с орлесианцами. Но моя семья потеряла все. Когда я пришел сюда, то собирался тебя убить. Подстроить западню. Но потом решил просто забрать кое-что из семейного имущества. Это все, что у меня осталось. Когда-то давно мы жили здесь. Отец не все забрал с собой в Денери. Слушай, я знаю, что ты герой. Война выиграна, трофеи отходят победителю, так? Но что бы ни сделал мой отец, это не должно отражаться на всей семье. Все Хоу, что остались в живых, стали изгоями. И все из-за тебя. А теперь ты решаешь мою судьбу. Какая ирония, да? Порождение тьмы — это угроза. Если бы не Мор, отец, быть может, никогда бы и не поступил так. Но я не могу с ними ничего поделать, верно? Здесь, в моем доме, только ты с серыми стражами. Просто мечтаю. Пойду немедленно попрошусь на службу к королю Алистеру. Он наверняка даст Хоу шанс себя оправдать. Я кое-что умею. Все-таки за границей я интересовался не только вином и женщинами. Охотиться, ходить в разведку, использовать яды. А что? С чего такой интерес? Если отпустишь? Не знаю. Я вернулся в Ферлден всего месяц назад. Наверное, в этом случае я опять сюда вернусь. И во второй раз ты меня уже не поймаешь. Если так хочешь, могу соврать. Род Хоу известен в Ферлдене уже 12 поколений. Мои предки служили у самого Каленхада. А теперь все кончено. Так что давай, делай, что собирался. Уже? Замечательно. Командор, я привел к вам Сенешаля. Я смотрю, вы поговорили с нашим гостем. Нелегко с ним, верно? Решили, что с ним делать? Хоу? Значит, они снова вылезают на свет. Хоу — наши заклятые враги, командор. Ты что делаешь? Командор, это... Я не могу не возражать. Вы отдаете вору награбленное? Да, командор. Ты слышал приговор? Ступай со мной. Соберешь свои пожитки. Надеюсь, вы знаете, что делаете, командор. Как скажешь. Отлично! Сенешаль Верил ждет вас в тронном зале, командор. И вассалы тоже. Подождите минутку. Не хочу вас тревожить, командор.
Но, возможно, в крепости еще остались порождения тьмы. Позвольте объяснить. Вы знаете Дворкина? От бомб этого сумасшедшего гнома тряслась вся крепость. Подземелье местами обвалилось. Я подозреваю, что кое-где порождение тьмы могло отрезать завалом. Рано или поздно они прокопаются наружу. Сию минуту, сэр. Мы на месте. Крепость уходит глубоко в землю. Очень глубоко. Туннели здесь осыпаются уже не одно десятилетие. И взрывчатка трехклятого Дворкина им на пользу не пошла. Слышали приказ командора? За дело. Вам туда. Кто знает, что там впереди. Мы будем здесь. Маг, значит? Ну и каково? Это быть магом? Знать, какая мощь собрана в кончиках твоих пальцев? Нет. Везде в юбке ходить, что ли? А, так ты, стало быть, не знаешь, почему маги носят мантии? Ты ведь знаешь, какие в круге строгие правила? Конечно, знаешь. Так вот, в мантиях гораздо проще обжиматься в темном уголке. Ни тебе пуговиц, ни шнурков. Не успеют храмовники сцапать парочку, а дело уже сделано. Неужто? Да спроси, кого хочешь. Отлично!
Как скажешь. Слава Создателю! Вытащите нас отсюда! Правда, мы лучше здесь останемся. Разлагающиеся трупы и вполовину не так ужасно смердят, как здесь. А тебе мамочка не запрещала водиться с прощением, ведь мы...
сделаю. Она не могла оказать нам любезность и чуточку подождать, прежде чем превратиться в вурдалака. Враги приближаются! Убирай, пока можешь! Целую уйму порождений тьмы. Я, всякий слыхал легенды о вас и о стражах. Но увидеть это собственными глазами? Еще как впечатлили. Хоть нападение и было неожиданным, они успели перебить кучу порождений тьмы. Спросите хоть у бедных служанок, которым пришлось тут прибираться. Но вы это нечто особенное. Как бы то ни было, эту часть подземелья обвалило взрывом. Позвольте вам представить мастера Волдрика. Это так-то вы, люди, строите? Позорище. Это же и пары веков не простоит. Бьюсь об заклад, эти коридоры ведут прямиком на глубинные тропы. Ну да, орлесианцев они, должно быть, застали врасплох. Тогда понятно, почему погибли такие опытные бойцы. Дело плохо. Если мы не перекроем эти туннели, порождения тьмы снова нападут снизу. Кровь Андрасты. Входы в подземелье у нас по всей крепости. Нам никак не защититься от этой напасти. Тогда мы спустимся в туннели, Игорь, и повезет, найдем, где перекрыть дорогу. Не бойся. С силищей стража, да с моим мастерством мы найдем решение. Нам нужно время, но как только мы его расчистим, я сразу сообщу. Конечно. О! Что, что? Нам так надо было сюда тащиться? О, страж Командор, позвольте вам представить мастера Вейда, наилучшего... И наимерзлявейшего. Я уже пальцев не чувствую. Наилучшего оружейника в Денриме. Я подумал, то есть мы подумали, что вам может понадобиться оружейник. Мы сюда на время перебрались. В окрестностях Амарантайна порождений тьмы больше всего. Мы подумали, что сможем помочь. А деньги из королевской казны тут, значит, ни при чем. О, разумеется.
С возвращением. Что-нибудь нужно? Это будет нам большим подспорьем. Веридий? Нет, конечно. Оружие и доспехи из этого делать можно. Командор, если хотите, мы можем снарядить ваших бойцов. Вам это ничего не будет стоить, но нужны будут солдаты, чтобы охраняли рудокопов. Так я должен мастерить доспехи для всего амарантайнского отребья. Хэрон, ты меня продал в рабство, это просто бессовестно. Приказ командора. Ладно, ладно, я возьмусь за работу. Но я хочу, чтобы рано или поздно мне дали настоящий заказ. Такой, чтобы было над чем потрудиться. С возвращением. Что-нибудь нужно? Изготавливать оружие и доспехи для простых солдат. Что за унижение? Раз уж нам предстоит такое плебейское занятие, то, верно, в Амарантайне и приличных металлов не сыщется. Есть тут сильверии, тверидии? Или нам предстоит вернуться к бронзе? Или, может, к каменным топорам? Вейт, в общем-то, прав. Больше всего он счастлив и быстрее всего работает, когда ему брошен вызов. Если наткнетесь на какие-нибудь залежи руды, дайте нам знать. Возвращайтесь. Командор, значит, это люди построили? Брат сказал, вам нужен каменщик, но что дело так плохо, не говорил. Я вообще удивляюсь, что дома в Ферелдене от ветра не падают. Порождение тьмы тут серьезно порезвились. Но, думаю, крепость и до них еле держалась. Ваш сенешаль издал указ, пообещал дать народ и золото, чтобы отстроить крепость. Но это же до смешного мало. Думаю, чтобы отстроить крепость по человеческим стандартам, этого будет достаточно. Но кому это надо? Какой камень в этих краях, я пока не знаю. Но народу точно понадобится больше. Настоящих умельцев, а не каких-нибудь доходяг, хорошо? Все упирается в деньги. Только не затягивайте. Ремонт займет время, а порождения тьмы ждать не будут. Я к вашим услугам, командор. Я сделаю все, что возможно. Но вы, путешествуя по окрестностям, не упускайте из виду возможностей для торговли. Если вам удастся уговорить хоть каких-нибудь купцов торговать здесь, это значительно облегчит участь башни бдения. Ферелденцы — гордый народ. Вами они особенно гордятся. Если бы первый страж... Не зря сенешалем был выбран Верел. Его здесь уважают. Хорошо, командор. Командор, лорды Амарантайна пришли принести присягу вам и Ордену Серых Стражей. Это бывшие вассалы Эрла Рэндона Хоу. Теперь это ваши вассалы. Сеньоры и вассалы редко походят друг на друга, командор. Кто-то из лордов откровенно не любил Рэндона, но другие возлагали на него большие надежды. Аккуратнее здесь, командор. Дамы и господа, позвольте вам представить стража командора Ферлдена и Эрла Амарантайна. Командор. Бан Эсмерель Амарантайна, согласно обычаю, имеет право начать. Я, Бан Эсмерель, клянусь жизнью и честью хранить верность Эрлу.
Да не подниму я оружие против Эрла и его наследников. Так говорю я пред лицом Создателя. Обещаю, что я лорд Эдельбрэк. И на этом церемония завершена. Да здравствует страж-командор. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Но в смысле, чтобы церемония закончилась. Страж-командор, мы так много о вас слышали, столько хорошего, иногда и не верилось. Но многие из ваших подвигов стоили здешнему дворянству шансов на продвижение вверх. Слишком многое зависело от старого Эрла. Некоторые вассалы хотят покончить с вашим правлением. Увы, не могу дать то, чего у меня нет. Мне удалось перехватить кое-какие их послания. Они шифрованные. По отдельности письма прочитать невозможно, а вместе они образуют сообщение. Они хотят покончить с вами еще до того, как вы начнете править. Готовится покушение. Если у меня будет несколько дней, я могу добыть письма. Я бы принесла их сегодня ночью, но не знала, стоит ли вас беспокоить. Мне есть что терять. А выигрыша, почитай, никакого. До свидания. Скоро увидимся. Вот об этом я и толкую. Бабы, выпивка и музыка. Рад видеть вас, страж-командор. Вы попали к нам в нелегкое время. Эдельбрэк. Только ни слова о ваших любимых фермах. Не всем в нашем Эрлинге повезло жить за стенами города. На открытой местности не спрячешься. Пока мы здесь пируем, наши крестьяне умирают от голода. Эдельбрэк, городские укрепления важнее. Пусть сейчас закрома полны пшеницы, но если вымрут крестьяне, то кто вас накормит? Благодарю. Для нас большая честь быть вашими вассалами, командор. Вижу, лорд Эдельбрэк усердно клянчит у вас солдат для защиты своих ферм. Только не дайте себя обмануть, командор. Эдельбрэка волнует только богатство. Амарантайн — жемчужина Эрлинга. И эту жемчужину надо защитить. Простой расчет. Сельскую лачугу можно отстроить из глины и соломы. Амарантайн строили многие поколения. Если город погибнет, весь Эрлинг обратится в ничтожество. Богатство — это хорошо, но какой мерой измеришь человеческую жизнь? В деревнях жителей во много раз больше, чем в городе. Не буду следовать дурному примеру и портить торжество. Командор? Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Но в смысле, чтобы церемония закончилась. Эдельбрэк говорит правду, сэр. Но дела обстоят просто ужасно. Он и Бан Эсмерель борются за право размещать солдат. Но у нас недостаточно людей. Главное решить, что необходимо защитить. Город, земли, торговые пути. Как пожелаешь. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Но в смысле, чтобы церемония закончилась. Ты знаешь заговорщиков? У тебя есть право на высшее правосудие. Предательство — серьезное преступление. Сэр Тамра та еще хитрюга, но многое знает о таких вещах.
Лучше шарахаться от каждого прикосновения, чем потом валяться ничком в канаве. Чтобы двигаться дальше, нам нужно убедительное доказательство, а его трудно найти. Есть разные возможности. Не все я бы советовал использовать, аристократы придут в ярость. Что если отправить солдат пошпионить за аристократами? Думаю, это может принести плоды. Ходят слухи, что некто Темный Волк ищет сведения за плату. Опасный парень, как ни крути. Никакие, если честно. Они хорошие люди, но никудышные шпионы. Честно говоря, понятия не имею. Где-то в иноземном квартале Амарантайна, насколько я знаю. Тогда тебе надо отправляться в город и охотиться за призраком. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Только двое здесь могут оказать настоящую поддержку в этой войне. У лорда Эдлбрека, хозяина Феравеллских равнин, самые обширные угодья. Это человек известный, влиятельный. Бан Эсмерель правит городом. Самая богатая среди всех, кто здесь собрался. Может, ее не любят, но не считаться с ней нельзя. Как пожелаете, командор. Очистить зал. Командора ждут дела. Давай ты у нас будешь грязная подземная вонючка. А ты грязная волшебная вонючка. Стараюсь как могу, зато я не пивной бурдюк на ножках, рыгающий каждую минуту. А я не трусливый подлиза, что ластится всем подряд. Точно, нам надо создать общество имени друг друга. Рождение, не нас понять!
еще шаг, и бедняжка Эйлин умрет. Где лорд Бенсли? Мы договаривались, что он сам отдаст нам деньги. Ястреб, покажи ей. Давай сюда деньги. Ну? Ястреб, выпускай ее. Деньги. Быстро, но! Защищайтесь, ребята! О, страж-командор! Слухи о вас не преувеличены. У меня к вам деловое предложение. Зайдите ко мне в дом близ ворот. Обещаю, не пожалеете. Когда в городе иссякнут припасы, нам всем конец. Ты же не считаешь, Сереж, что смешно шутить, правда? Кажется, мук. О, страж-командор! Я знал, что вы придете. Знаете, как бывает, когда удача сама тебя ищет? Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Вы, может быть, знаете, что с торговлей сейчас сложно. Однако мои партнеры через налаженные каналы могут снабжать Амарантайн. Это довольно выгодно. Мы полагаем, что вы, как правитель, имеете право на долю от прибыли. Прежде чем мы поговорим об этом, попрошу об одолжении. Хозяин местного трактира совсем меры не знает. Его наняли охранять один из входов в наше убежище, а он пытается вытрясти побольше денег. Ужасно, не правда ли? Вам с вашим влиянием не составит труда убедить его открыть проход.
Возвращайтесь, когда закончите. Вот вы в городе. Где тут таверна? Ну, что уставился? Ждешь представления? А, пришли на ущелье глянуть? Самое время. Ну, не буду присваивать себе это открытие. Вон Мика туда первый свалился. Из города ведет много путей. Мы выслеживали оленя вон в том направлении, а тут порождение тьмы возьми да заявись. Мы за ним уже неделю шли. Он, небось, думал, это очень забавно, нас так за нос водить. А, ущелье. Ну, мы видели, что оно проходит по холму. Там есть на что посмотреть. Огромная трещина, словно сам Создатель раскокал землю надвое, как яйцо. Люблю яйца. Судя по виду, кто-то хотел это место застроить, но потом забросил. В городе никто об этом ничего не знал. Ну, конечно, мы не могли ее не обследовать. Тут-то Мика и провалился, как заверещит, и исчез. Земля осыпалась, там непрочно. Ага, ну и вот, Мика там лежит, вопит что-то про ногу или про голову, или про что-то там, а порождение тьмы тут как тут. Пронесло. Они казались очень занятыми, будто куда-то спешили. Нас не заметили вообще, слава Создателю. Порождение тьмы были так заняты, что проглядели двух раненых, которые еще и стонали крайне любопытно. Я отметил трещину на карте, чтобы больше туда не соваться. Но раз уж вам туда так хочется, то держите. Так это, нам обломится чего-нибудь за все мучения? О, аж целый золотой. Ну, за такое стоило к порождениям тьмы в яму свалиться. Храни вас, Создатель. Почему вы нас не пускаете? Казалось, порождение тьмы нет. Близко. Почему так порождение тьмы все так же нападают на нас? Но они с виду совсем здоровы. Прошу прощения, сэр. Мне заплатили целый золотой, чтобы я передала вам это письмо. Я сказала ему, честное слово сказала, что есть способы попроще, если хочешь доставить письмо командору Серых. Какой-то проезжий рыцарь. Лица я не разглядела. У него был шлем с забралом. Ну, вы знаете. Он назвался Серым Волком Ревейнским. Да ну, Черный Волк — это все выдумки. Хотя, вел он себя и вправду подозрительно. Нет, сэр. Еще раз прошу прощения. Ну да. Пустим одного, а остальные выцарапают нам глаза. Эти контрабандисты просто мерзавцы. Наживаются на панике. Прошу прощения, но я должен обыскать ваши вещи на предмет контрабанды. Но это мой долг. Констебль приказал. У нас тут развелось контрабандистов и... Ты что творишь, парень? Обвиняешь командора стражей в контрабанде? Но я... Вы же сказали... Всех без исключения. Я тебя отстраняю от службы. Прошу прощения. Воры и контрабандисты заполонили весь город. Нам очень пригодится ваша помощь, если что. Приходите, поговорим об этом, если вам интересно. А, страж-командор. Я так понимаю, вы решили нам помочь? Торговля почти замерла. И тут появились контрабандисты. Продают краденый товар по несусветным ценам. Если получится прикрыть эту лавочку и захватить припасы, можно будет раздать их нуждающимся. Один контрабандист сейчас вертится на рынке. Он наверняка знает, где их тайное логово.
Мы из него ничего не сумели вытянуть. Вдруг вам удастся? Отлично! Это серый страж. Вижу, вы получили мое письмо, командор. Рад с вами познакомиться. Собственной персоной. Чем меньше вы обо мне будете знать, тем лучше. Некоторые зовут меня Черным Волком. По городу ходят слухи. Слухи, что знать желает вашей смерти. А я хочу вам помочь. Сама эта встреча уже большой знак доверия с моей стороны. Видите ли, я надеюсь, что стражи лучше будут править этой землей, чем последний эрл Рэндон Хоул. Его сообщники и есть заговорщики. Но чтобы раскрыть, кто они, мне понадобятся средства. 50 золотых. Продажная и скупая знать довела до нищенства немало гордых обывателей. Некоторые занялись не самым благовидным ремеслом, лишь чтобы выжить. Они хотят нанести ответный удар, единственным доступным способом. Логично? Для вас это слишком много? Что ж, я подожду. Странное Если место. Кто и может приструнить контрабандистов, так это сильно. Явился, не запылился. Намайя, ты все еще здесь? Я свои обещания держу. Знаешь, ты был прав. Тайник действительно в Амарантайне. Правда? Ты нашла его? Нашла. Что дальше, сам решай. Лично я с магами больше дела не имею. Я, наверное, должен тебя поблагодарить. Умница, догадался. Андерс, ты попался. Больше я тебе не помогаю. Вот и все мое слово. Я, по-моему, нужно кое-что объяснить. Намайя, она мой друг. Когда я в прошлый раз сбежал из башни, то попросил ее кое в чем разобраться. Потому я и оказался в Амарантайне. Храмовники думали, что я хочу уплыть, но я лишь надеялся встретить ее. Во время мора храмовники на всякий случай перевезли хранилище амулетов в Амарантайн. Намайя выяснила, что мой талисман среди них. Пока у храмовников есть моя кровь, они могут отыскать меня. Надо ее уничтожить. А что мешает церкви считать отступниками даже магов серых стражей? Мне нужна уверенность, что они меня уже не отыщут. Никогда. Да, так и есть. Я знаю, наше дело убивать порождений тьмы и тому подобное. Но чем скорее мы отыщем этот фиал, тем лучше.
Ты считаешь, сколько порождений тьмы убил? Будет. Я почти уверен, что у тебя во рту сохло. Анекдот. Гном нападает на мага и... Ну так... как ты думаешь, тут поблизости есть аптека? Ну, не хочу тебе докучать с такой ерундой. Ты все-таки мой командир, ну и все прочее. Ну ладно, слушай, меня в последние дни одолела какая-то жгучая сыпь. Кожа прямо-таки позеленела. Да ничего я не трогал. Знаешь, готов поспорить, что виной всему то самое зелье серых стражей, которое нам пришлось выпить. Я особенный. Я просто узнаю, не найдется ли в этом городке мятной мази. Говорят, Хьюбертова шайка разжилась самогоном. Как думаешь, мне продадут? Хьюберт тебя ненавидит. Что вам подать, друг мой? Что? Они впутали вас в это дело? Если уж они могут для грязной работы нанять стражи командора, так не обеднеют и мне платить побольше. Вы, пожалуй, правы. Мне нужно время, чтобы расчистить проход. Вернетесь в скорости, и все будет в лучшем виде. Что еще я могу для вас сделать? Значит, нет? Чем могу помочь, друг мой? А вы, собственно, кто такие будете, чтобы спрашивать? Гном? В самом деле? Мне казалось... Впрочем, неважно. Да я этого Кристофа почти уж неделю не видел. Понятия не имею, куда он делся. Комнату он оплатил до конца месяца. Верно думал задержаться здесь подольше. Да, конечно. Вот, пожалуйста. Последняя комната в самом конце коридора. Только если он вернется и начнет выставлять претензии, вам и отвечать. Надо устроить революцию. Горло промочить не желаете? Всех этих стражей, что суют... Да, помню. Вам лучше с хозяином поговорить. Вон он за стойкой. Не. Конечно. Горло промочить не желаете? А я как раз думала, что это ко мне посетители никогда не пристают. Может, лучше выпить закажете? У нас тут медовуха с побережья есть. Неплохая.
Как хотите. Если надумаете, то скажете. Я это сделаю. Вот увидите. Если Андрасты на архидемона налезет, кто кого поборет? Как я рада тебя видеть, друг мой. Я подумывала навестить тебя в башне бдения, но дела не позволили. В Камберленде собирается коллегия магов, и я обязана быть там. Надеюсь, что все это закончится прежде, чем начнется. Однако у тебя и так много хлопот. Не стану больше донимать тебя своими проблемами. Отлично. Тогда тебе, наверное, стоит знать, что в наших братствах творится что-то неладное. Либертарианцы хотят целиком отделиться от церкви, и если они наберут достаточно сторонников... Целиком отделиться? Это безумие! Мне надзор церкви ненавистен так же, как любому другому магу. Но ведь не могут же они просто взять и уйти. Тогда точно, жди катастрофы. Но вполне возможно, что эти вести ничего не стоят. И все равно будь начеку. А теперь мне надо еще немало сделать, прежде чем отбыть в Невару. Но, возможно, ты сумеешь оказать мне одну услугу. Инес, одна из моих сестер по кругу, в последние месяцы живет в лесу Вендинг. В тех местах неспокойно, и поэтому круг не сумел с ней связаться. Если тебе случится, странствуя по свету, оказаться в том лесу, может... Расскажешь ей о собрании коллегии? А да кто ее знает? Скорее всего, роется в земле, выискивая какое-нибудь растение, неизвестное науке. Она у нас заядлый огородник, то есть, прошу прощения, ботаник. Если забыть о ее увлечениях и чудачествах, Инес – уважаемый маг, и к тому же она рассудительная. Такая сторонница нам бы не помешала. Час поздний, мне пора идти. Приятно было снова встретиться с тобой. Удачи тебе, друг мой.
Моя помощь не нужна? Я очень рада, что командор Серых Стражей проявил личный интерес к этому делу. Извините, что столь туманно выражаюсь, но Амарантайн — рассадник малификаров. Если бы мы указали там, кто да что, они все тут же разбежались бы. Увы, отступников и малификаров хватает в любой стране. Я описала художнику разыскиваемых, и тот написал с моих слов портреты. Вот они. Если сможете найти их и допросить, считайте, что поступите в угоду Создателю. Стражники. Они никого не пускают в... Стражники. Они никого не пускают... ...в город. Но ведь снаружи опасно! Пропасть так надолго, это на Карыма совсем не похоже. Я-то думала, он в трактире торчит. Нам должно следовать примеру Андрасы и размышлять над песней смерти. Пусть ваши друзья и соседи тоже усвоят этот урок и приходят молиться. Не забывайте, вы пример для младших. Слушайте песни света, как вы можете. Отлично! Почему порождение тьмы не уходит? Почему стражники не приструнят этих контрабандистов? Что-то в городе собирается слишком много книг. Храмовники. Везде. Вот проклятие. Надо быть начеку. Почему порождение Почему тьмы не уходит? Почему стражники не приструнят этих контрабандистов? Храмовники. Везде. Вот. А, мерзавцы! Память опять! Думаю, здесь... Никакой стражи? А если они не хотят привлекать внимание к тайнику? Может, нам просто повезло?
А я уж было решила, что пресловутый Андерс на это не клюнет. А, я мог догадаться, что это будешь ты. Зря вы его взяли, командор. Андерс никому не будет подчиняться. Ни нам, ни вам. О, талисманы здесь были. Я знала, что Андерс не устоит перед соблазном. О, ты мне льстишь. Я прослежу, чтобы этот убийца больше никому вреда не причинил. Что? Ну нет, ты не можешь арестовать меня. Меня взяли в рекруты с позволения короля Алистера. В таких вопросах власть церкви выше власти короля. Ты не спрячешься в отряде серых стражей. Чего еще было ждать? Преступники и малификары всегда укрывались у серых стражей. Не знаю уж, чем ты заработал такое доверие, Андерс, но оно тебе не поможет. Пойдешь с нами. Я подумал, Аномайя знала об этом. Впрочем, это не важно. Спасибо, ты помог мне, и я благодарен за это. Бывает кое-что похуже, чем быть нужным. В общем, надо сматываться, а то ворвется кто-нибудь, начнет пальцем грозить. Почему бы порождением тьмы не сдохнуть попросту? Я это сделаю! Только я и остался из всей семьи. А жена, сын... Как скажешь! Страж-командор! Слава Создателю, вы наконец здесь!
Я уж боялся, что наши послания до вас не доходят. Да, спасибо, что пришли. Гильдии нужна ваша помощь. На наши караваны нападают. Фургоны сожжены дотла, и никто не выжил. В последнее время все стало совсем плохо. Стражников из соседних деревень разорвали на части и побросали останки прямо на площади. Я не знаю. Откуда мне знать намерения этих чудовищ, кем бы они там ни были? Кто бы это ни был, торговлю между Амарантайном и Данеримом он подорвал. Ездить через лес Вендинг теперь никто не хочет. Могут ли тут помочь серые стражи? Остальные, как только узнают о невероятной жестокости убийств, тут же ищут отговорки. На серых стражей последняя надежда. Что ж, пожалуй, я удовлетворюсь таким ответом. Это лучше, чем ничего. Если у вас получится прекратить убийство, торговая гильдия сделает вашему ордену крупное пожертвование. Даю слово. Приветствую, страж-командор. Вы из тех, кому нравится помогать простым людям, верно? Позволите направить вас к доске торговой гильдии. Мне? Нет, лично я тут ни при чем. Жителям часто нужны бывают товары издалека. Здесь они оставляют свои заказы. На этом можно неплохо заработать, особенно теперь, когда дороги перекрыты и торговли нет. Если будет желание, прошу, взгляните, какая есть работа. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч!